Филиал ростовской страховой медицинской компании «Максимус» с 1 марта 2016 года прекращает свою деятельность по выдаче ОМС в Севастополе. Но это не означает, что застрахованные этой компанией люди останутся без помощи. Предприятие уходит из-за нерентабельности. По состоянию на 1 января этого года им было застраховано всего 4638 человек. Для того, чтобы продолжать получать гарантированные бесплатные медицинские услуги, гражданам нужно скорее перерегистрироваться, выбрав одну из работающих в городе страховых медицинских организаций. У каждого из застрахованных в системе обязательного медицинского страхования есть страховой полис. Страхователь у нас с вами единый – Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. То есть полис у нас никогда не меняется. Тут вопрос только, если он утерян, там вам восстанавливается полис или заменяется он, или вы меняете полностью, так сказать, фамилию, имя, отчество и так далее, тогда полис заменяется. В этой ситуации смены полисов не происходит. Происходит только на обратной стороне страхового полиса отметка о другой страховой компании. Это явление достаточно частое в Российской Федерации. Компания уходит, приходит.